пастор Мисс Го. Тоже у нее многие. Многие корейские женщины, муж не любит, жена работала где-то, не любит. Она всю жизнь домохозяйка была. Но финансовый кризис, у мужа бизнес закрыли, обанкротили. У мужа уже личное обанкротство. Он ничего не может сделать, черный список. Ничего не может сделать. И что делать? Она должна уже выходить на работу. Где-то надо работать. Она вышла работать рядом от дома, недалеко, в ресторане. Посуду мыть. Ну, $1000 заработали. Но $1000 просили каждый день. Дайте мне сегодня $30. Почему? Не было денег. Они жили день-день. Настолько тяжело. Вы представляете, в Корее, да, жить. Сегодня деньги, сегодня посуду помыли, заплатили $30. $30-40 заплатили. С этими деньгами получить, семью кормить. Следующий день, если, дай Бог, если болеет, она не может уходить. Семью нечего кормить. Вот таким образом, после обанкротства мужа бизнеса, она вышла на работу. Недалеко от дома, в ресторане, посуду мыть. Несколько лет так работали. И она сказала, у меня нет надежды, никакой надежды. Я хочу просто умереть. От трудовой физического работы и моральной работы, моральной усталости. Вот. И один день ее знакомые пригласили, давай, ты слишком уставший. Знакомые, ну, подруга, ты какой-то совсем уже, ты себя не видишь. Давай отключи хотя бы 2 дня. Поехали в семинар одну. Кольмар приехал, она слушала. Если что-то есть, она решила, все равно это лучше, чем посуду мыть. И решили заниматься этим. Но первая ее проблема, она... Публика не может выходить. Слишком стеснительный характер. Всю жизнь перед тем никогда не было что-то говорить. Поэтому, когда начали заниматься этим, в первую очередь ее страха. А как я могу объяснить? Как я могу с кем-то встречать? Чужие люди что-то объяснить? Это страх был. По пути обратно домой, это все это думали. Как это делать? Как я могу кому-то предлагать? О. И следующая страничка, да, вот здесь есть. Вот это страха я преодолел. Любовь к семье. Ответственности. Я должен кормить семью. Хотя несколько лет, день-день работали. Почему я об этом говорю, да, среди вас тоже есть, день-день живущие есть. Почему она зарплату месяц не получила? Почему? Потому что если 2 месяца получает, а уже нет, уже 20 дней, денег нет. Поэтому попросили, дайте сегодня. Я работаю, дайте чуть-чуть. Вот таким образом жили. Это для Кореи самая низкая эта работа. Вот это страха, она преодолела любовь к семье. Надо семью кормить, содержать семью. Муж, можем сказать, ты столько лет работал, но обанкротился из-за финансовой кризиса. Но теперь я буду отвечать семью. И за ответственность она себе брала и начала работать. И страх, против страха. Вот. Преодолеть свой страх, вот это, выстоять против своей сомнения и страха, иди к прямо цели. Это для нее самое сложное было, потому что у нее очень стеснительный характер. Вот. Ну, по лицу видно. Даже до сих пор видно. Она очень много не вступает. Но вот такие. Сегодня я сейчас 7 наших лидеров, которые от меня сюда.
Первый Япония, номер первый, краунмастера Ким Сан, Ким Хапа, вот я сказал. И второй из Камбоджи, самый беднейший стран в мире, там вышли Royal Master. И Star Master много сейчас вышли. Вот. Они свой труд, свои тяжелые положения это преодолели. Плюнули, условия, причина плюнули, в свои цели пошли. И получилось. И дальше 5 человек, 3 Crown Master и 2 Royal Master. Но их условия тоже не легкое, но они все это делают. Тем более третий, четвертый, да, Royal Master, эта женщина торговала это на рынке, просто ведро, у нее денег нету, точка снимать. Ведро, кто-то наезжает и домой пойдет. В Корее очень часто полиция это забирает. Это. Поэтому вот таким образом, с этого она сейчас прекрасная бабушка, теперь зарабатывает от 20 тысяч долларов и выше. Это тоже просто день-день. Сегодня работал, сегодня деньги получил. Вот. По-корейски это харусари. Харусари. Живущий. Есть насекомый, да? Утром, под утром родится и вечером умирающий есть. Насекомый есть. Вот таким образом она сказала, я жил такой, как насекомый. Утром на работу вышел, а домой пришел, это я умираю. Вот типа такого я выжил. Но она против страха. Любовь к семье и свои мечты делает. Каждый из вас есть ситуация, положение, все разные. Но идите к теме. Тогда вы тоже через 3-5, как я, да? Атомец попали. Каждый из вас может история атоми, пенички мощность попасть. Я желаю вам всех через некоторое время всех попали ваша история успеха атоми. Желаю вам большой успех.